Украинские военные в ходе контрнаступательных действий успешно оттесняют российских оккупантов и постепенно выбивают российских оккупантов с их позиций. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, вооруженные силы Украины способны прорваться через некоторые хорошо укрепленные линии обороны противника. Силы обороны Украины продолжают наступление на двух направлениях – Мелитопольском и Бахмутском. При этом защитники отбивают атаки противника на востоке Украины. Сообщает спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев. Украинские воины продвигаются к югу от Бахмута, закрепляются на достигнутых рубежах. И как отметил Ковалев, на направлениях Новоданиловка, Новопрокоповка, Запорожской области украинские военные также добились успеха. Тем временем россияне вели безуспешные наступательные действия в районах Марьинки, Старомайорского Донецкой области и Вербового Запорожской области. За минувшие сутки российские войска нанесли 31 ракетный и 66 авиаударов, осуществили 53 обстрела из систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины. Произошло более 40 боевых столкновений. ВСУ отразили атаки противника в районах Новоегоровки и Белогоровки, Клещеевки и Курдюмовки, а также Марьинки и Вербового. Украинская авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 удара по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили район скопления живой силы, вооружения и военной техники, а также пункт управления и станцию радиоэлектронной борьбы противника.